У режиссера Булата Атабаева, планировавшего вчера вылететь в Казахстан из Германии, украли сумку с документами. К тому же Булат Манашевич обнаружил за собой слежку. Случившееся режиссер связывает исключительно с его намерением поехать в суд по делу Владимира Козлова и дать показания, которые соответствуют тем, которые он ранее давал следствию. Режиссер планировал вернуться в Казахстан 6 сентября, но ему пришлось поменять свои планы, когда узнал о своих псевдопоказаниях, зачитанных на прошлой неделе в суде по делу разжигания социальной розни. Театральный деятель сразу же отправил письмо по факту судье с возмущением, что его показания были искажены. Напомню, 28 августа Булат Атабаев был награжден медалью Гёте за развитие казахстано-немецких отношений в области культуры. В моих показаниях нет слов, направленных против уважаемого Владимира Козлова. Я прерываю свою поездку в ФРГ и приеду в Актау на судилище. И не один. Нет, а я вышел неожиданно, они не ожидали, что я выйду из гостиницы, так рядом они зашевелились, засуетились. Один сел в машину, а другой стоял, темный такой, на турка похож. И вот они следили, наверное, за мной, но не знаю, зачем они следили.